А вы смогли не засмеяться? Пожалуй, это самый страшный пранк. Фокусник приходит в места, где сидят люди, и неожиданно, взяв металлический бокс, заползает в него, и его тело исчезает полностью. Сидящий рядом мужчина просто в шоке и не понимает, куда делся пранкер-фокусник. И чтобы это проверить, он тоже берет металлический бокс, заползает в него, но ничего не происходит. Люди тут же бегут звать на помощь от страха. А как тебе такой пранк?